И всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games, и это гайд на установку времен года в The Isle Legacy. Ну а перед началом гайда хотел бы вам рассказать и посоветовать один молодой, но быстро развивающийся сервер The Isle Legacy. Сервер под названием Apex. Суровые условия для выживания, разнообразие видов существ, а также уникальные механики. И все это ждет вас на серверах Apex по игре The Isle. Создай своего хищника или травоядного, передай ему уникальный внешний вид и отправь его в суровые земли наследия или Эвримы. Отзывчивые администраторы, приветливое комьюнити, а также проведение ивентов не заставят тебя скучать, и это лишь начало. Кстати говоря, сервер в скором времени запустит свои сервера в The Isle Эврима. Ищи новых друзей, вступай в кланы и стань частью огромного сообщества. И помни, быть хищником или добычей зависит только от тебя. Кстати, у данного сервера есть свой Discord, группа ВКонтакте, а также сайт, где вы можете приобрести достаточно по низким ценам тебе динозавра. Все ссылочки на них будут в описании под этим видео. Ну что же, погнали. Ну а перед началом хотелось бы выразить огромную благодарность своей подписчице и лучшему другу Shadow Star за предоставленную информацию для гайда. Собственно, та атмосфера, которая есть на серверах The Isle Legacy, иногда, может быть, вам начинает надоедать, и мы хотим придать игре какую-то другую атмосферу. Так вот, мы сможем сменить то самое лето в игре на три еще новых сезона. Это весна, осень и зима. Не знаю, как по мне, зимний биом самый яркий и красочный, если вы его установите. И, кстати, это осветляет немножко ночи в игре. То есть для тех, кто не умеет пользоваться решейдом, зимний биом будет в самый раз. Собственно, как все это сделать? Также в описании есть ссылка на сайт, где вам нужно скачать файлы с архивом. Сразу скажу, смело скачивайте данный архив. Он абсолютно безопасен. После того, как вы скачали архив, можно разархивировать его с помощью программы WinRAR. Здесь вы увидите 6 файлов, и каждый из них разделены на 3 сезона, то есть по 2 файла на сезон. Ну а теперь давайте придем к установке. В нашем случае возьмем 2 файла зимы и пройдем по пути The Isle. Ну что ж, давайте приступим. Как вы видите, вот моя папка с архивом времена года. Заходим в нее и берем вот эти 2 нижних файла. То есть мы заходим по пути, где у нас установлена игра. Steam Games, Steam Apps, Common, The Isle. Дальше мы идем опять The Isle, Content, Pax. И вот эти 2 файла мы выделяем и просто кидаем сюда в папку. Далее происходит разархивирование. Все, у вас установлена зима. То есть, если вы сейчас зайдете в игру, давайте посмотрим. Как видите, полностью зимний биом. Советую не устанавливать все 3 биома, иначе будет краш. Устанавливайте по одному сезону. Как только надоест определенный, можете установить ту же осень. Надеюсь, что все очень понятно, и ты обязательно поставишь лайк и подпишешься на канал. Ну что же, всем хорошей игры. Пока.